Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим куриные сердечки в мультиварке. Для блюда нам потребуется 1 кг куриных сердечек. Они у меня были заморожены, я их предварительно разморозила, промыла и обсушила бумажными полотенцами. Также нам потребуется 1 крупная луковица, 1 крупная морковь, небольшой сладкий болгарский перец, 50 грамм твердого сыра, 50 грамм сметаны, 20 грамм сливочного масла, 2 дольки чеснока, пучок укропа или любой другой зелени, а также 2 небольших лавровых листа, соль и черный перец. Мелко порежем лук. Вот так. Мелко порежем чеснок. Некрупно порежем сладкий болгарский перец. Натрем морковь на крупной терке. Мелко порежем укроп. В чашу мультиварки складываем масло, овощи, зелень, выкладываем сердечки. Добавляем пол чайной ложки черного перца, пару лавровых листов, если они маленькие, если лист большой, то тогда один. Добавляем соль, 1,5 чайные ложки. Все это необходимо хорошо перемешать. Во время приготовления сердечки выделяют много жидкости. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме тушения 1 час. Нажимаем старт. Прошел час. Сейчас сразу уберу лавровые листики, они нам больше не нужны. Теперь добавим тертый сыр. Сметану, это примерно 2 столовые ложки. Хорошо все перемешаем. Перемешиваем. Как мы видим, видите, жидкость. Это дали овощи и сердечки. И теперь оставим это все на подогреве минут на 10. У нас сердечки и овощи пропитаются сметанным вкусом. И сыр успеет расплавиться. Закрываем крышку мультиварки и оставляем на 10-15 минут. Итак, сердечки у меня готовы. На гарнир у меня сегодня макароны, спагетти. В принципе, очень хорошо сочетаются с картофельным пюре, с рисом, даже с гречневой кашей. Достаточно много подливы. Куриные сердечки по этому рецепту получаются очень мягкими и сочными, а также отлично сочетаются с любым гарниром. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на наш семейный канал, вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного аппетита и до новых встреч!